Привет, я Ваня, рисую со мной бычка на Новый год и бычка и Санту в одном месте. Или в одном лице. И бычок, и Дед Мороз, и Санта. Рисуем? Рисуем на белом листе бумаги. Две кисточки, вода, краски. У меня называется гамма, 12 цветов, называются мультики с таким медведем. Мне очень нравится классическая гуашь, сочная, яркая и хорошо смешивается. И кладется на бумагу. Мочим кисточку и быстрее рисуем. А что сначала рисуем? Сначала берем красный и рисуем круг, большой круг. Или овал. Вот такой овал-круг. Овал-круг. Это тело бычка. Оно огромное, 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 огромный такой бычок будет. Огромный. Сразу вот тут покрасим. Внизу такую вот половинку, да, и сверху вот половинку, а половинку еще как бы треть сверху, треть снизу, а здесь не будем красить, здесь у него ремешок классный будет. Сразу нарисуем ножки, ножки просто, несложно так, раз и два, и вот ножки готовы. И сразу ручки нарисуем, а ручки вот так, раз, ручка идет с этой стороны, и два. Гуашью очень удобно рисовать, ты раз и нарисовал, и два и нарисовал, и все просто. У нас огромный бык получается, он даже вылезает, да? Здорово. Смываем кисточку, пока красный цвет нам не понадобится. Теперь пришло время головы. Головы бычка. Начинаем рисовать, наверное, с какой краски? Наверное, вот с такой светло-коричневой краски нарисуем ему мордашку. Такую большую мордашку, вот такую большую, такую и широкую, она такая широкая, большая. Теперь возьмем коричневый цвет и нарисуем ему большую голову уже. Мордашку нарисовали, теперь голова вот идет вот до сюда, вот так вот такая голова. Такой головастик, у него и ушки такие есть. С этой стороны ушко, с этой стороны ушко влезет. Нет, здесь у нас будет этот колпачок точно, здесь колпачок. Сразу у нас есть коричневый, мазнем, две дырки сделаем. Отлично, у нас все по плану. Одно ухо нарисовали, второе рисовать не надо, да? Сразу мы копытца нарисуем. Копытца здесь влезают у тебя? У меня влезли. О, хороший, большой бычок. Это значит хороший Новый год будет. И хороший год будет, да? Бычок большой, прям не влезает. Прям такой большой. Нарисуем ему хвостик. Я всегда считаю, что если ты рисуешь бычка, то рисуй мой хвостик. Рисуй хвостик. Хороший рисунок у нас получится. Берем оранжевый цвет и рисуем вот такую блямбу. Можно еще желтого сверху добавить. Будет желто-оранжевый такой блестящий цвет. Мне нравится, получается хорошо. Этим же желтым нарисуем большой такой рог. Но только один. Один рог, потому что второй будет спрятан. Опять-таки спрятан будет под красной шапкой. Мы же Дед Мороза рисуем. Почти что Дед Мороза. Огромного-огромного быка. Он даже так вот не влез у меня. Понимаешь, вот такой большой. Берем красный цвет побольше. И красим ему шапку. Вот такая шапка. Отсюда до сюда шапка идет. У него прям шапка сверху вот сюда наезжает. Прям она такая кроющая, краска хорошо покрывает. И вот такой получился у нас прям с этой стороны прям хорошо вошел. Смываем. Красной краской больше не понадобится. Осталось ему только глазки нарисовать. И что еще нарисовать? Да и, наверное, все, да? Глазки и что еще? Давай глазки белым нарисуем сначала. Такие большие белые такие пучки. Это такие глазки у него, да? Смываем кисточку. Хорошо. И белым же нарисуем ему некоторые такие штуки. Вот здесь я знаю, у него такая плям-плям-плям белая штука. Я думаю, это какая-то бахрома на шапке. Там бахрома на шапке здесь. И бахрома, здесь тоже бахрома, можно ее тоже нарисовать. И здесь, где еще, вот здесь можно, вот здесь. Здесь такое, так. О, вау, получилось очень даже хорошо. Смываем кисточку, больше нам она не понадобится. Теперь возьмем, белая краска, теперь возьмем, наверное, черную краску и нарисуем. Два глазика, раз глаз, два глаз, бровки. Улыбочку и точечки. И, конечно же, нарисуем ремешок. Черный, красивый ремешок. Вот такой у нас получился Дед Мороз бык. Огромный, он даже не влезает в наш рисунок. Но он мне очень нравится. Вот так посмотрим сейчас. Вот так лучше нет. Не намного, но все равно почти влез. Немножко вот так. Опа, здоровский, такой большой бычок, и Новый год будет чудесный. Тебя поздравляю с Новым годом, желаю тебе хороших рисунков, желания рисовать каждый день и каждый час, хороших красок, ярких украшений и всего хорошего. Пока-пока.